Это программа «7 дней». Мы продолжаем. Ликвидаторы очередности в детские сады края на этой неделе устремились на север. Очередное заседание, посвященное этому вопросу специальной комиссии, прошло в Лесосибирске. И уже в традиционно жесткой форме. Лесосибирск в плане длины очереди в дошкольные учреждения – территория проблемная. И в ближайшее время здесь должны открыться сразу два детских садика. Но качество строительства у губернатора края вызвало серьезные нарекания. Вы же себя дома такое же не приняли? Нет, конечно. Ну а почему здесь принимают? Вы должны стандарты вести. Стандарты есть. Ну я вижу здесь стандарты. Вот мы что видим? Здесь асфальт, здесь какой-то цемент кусок. Это что, стандарт? Ну здесь трубы торчат непонятно. Здесь стандарт. Была бетонная отмостка. Значит, через неделю мне снимки пришлете. Все устранено. Или сыну будет стыдно за отца, а отец больше вообще здесь работ не найдет. Все. Ну что все-то? Почему упрашивать-то не должны? Лесосибирск нам показывает те изъяны, которые, наверное, имеются в каждом муниципалитете. Новые детские садики, или которые реконструируются, должны быть современными во всех смыслах этого слова. Поэтому я обращаю главки территории. Каждый объект должен быть в вашем личном постоянном контроле. Подрядчик, который пришел, изначально должен понимать, что он оттуда должен выйти только при условии и получит, когда сделал все по высшему уровню.